Всем привет, дорогие друзья. Всем привет. С вами, как обычно, Димон. Егор. Ура! Это Элка Вуди. Паркап под номером 200... Какой, Димон? 270... 276. Уф. Уф, 276. Демок очень много. Карта короткая. Обзор будет минут 40. Оставим где-нибудь посередине пароль или капчу, чтобы вас проверить, как обычно. Ну и давайте начнем. Я не знаю. Ну, давай, Димон, ты показывай, а я расскажу про мелочи, так сказать, на этой карте. Ну, это классно. Значит, вначале у нас тут появятся три ракеты. Ну, одна, очевидно, используется для того, чтобы перепрыгнуть яму. А две остальные, мы видим тут что-то помечено такое. Четырьмя кубиками. Кончился, наверное, кирпич просто не завезли. А, ну, тогда ясно. Тогда не будем вращать внимание, да? Да. Понял, еще одну ракету. У нас тут все убирают. Ракет больше нет. То есть плазма, 30 патронов, между прочим. Ага. Ну, в общем-то, идти нам некуда. Забираемся наверх. Видим, что плазма у нас еще остается. Отбирают и дают один патрон. Ну, дают один патрон, наверное, на буст. Делаем буст, идти. Руку 3, правда, непонятно, как ее использовать. Ну да ладно. Тут у нас ее отбирают, дают 5 ракет. И нам нужно придумать, как их использовать здесь. Тут можно использовать по-разному. Вот тут, когда падаем с большой высоты, можно попытаться как-то отстрелиться об это, либо вот об это и засынить вот это. Либо сделать под себяшку с бустом. Его без буста. Короче, вариантов очень много. Ну тут уже все, карта закончена. Все. Все, всем спасибо, дорогие друзья. Всем всё, удачи. На этом мы закончили. Да, всем удачи, всем. Так сказать, это. Здравствуйте. Здравствуйте. Просто здравствуйте. Просто как дела? Так, значит. Че, мне проходить быстро, что ли? Или че, или тебе? Давай. Ну пройди что быстро. Вам? Пройди, а я. Просто пару слов расскажу потом, что. Ну, короче, вот те 4 кирпичика, кубика, нужно там, короче, 2х сделать. После так. Этого. С первого раза! А, пусто получился, да, плевать. Под себя хазбустом. Все, 13 секунд, 38. Изи, все, вот весь и роут. Да, я как. Давай, рассказывай про мелочи. Ну, мелочи, в общем-то, в том, что как бы Димон, конечно, быстро прошел за 13 секунд, но как улучшить, так сказать, этот тайм? Во-первых, тут нужно сделать буст достаточно сильный, чтобы мы перед тем, как упали на пол, врезались в эту стену и уже заранее начали поворачивать направо. Потому что если мы будем просто вдоль стены отстреливаться 2х, нас очень далеко вперед пихнет. И, собственно, траектория удлинится, и тайм будет хуже. Это первое. Ну вот, как-то так, может, только повыше. Далее, нам нужно подпрыгнуть не очень высоко. И желательно не делать вот в этой зоне никаких дополнительных прыжков, а сразу с полета делать буст. И чем раньше мы сделаем буст с момента, как нам дают плазму, тем, естественно, быстрее. Ну и все. Вроде. Ну то есть основные тут мелочи в том, что чтобы сделать здесь минимальную траекторию при залете, подлететь максимально низко, насколько это возможно. Далее сделать здесь буст возле стены. Если что, ее даже заскимить. Ну, точнее, в любом случае будешь скимить, потому что плазму дают где-то здесь. То есть сделать буст надо где-то вот здесь, чтобы заскимить стену. Далее, собственно, совершаем прыжок. И на большой скорости в два прыжка мы просто туда ударяемся. Как Димон показал, делаем буст под себяшки. И здесь тоже такой момент, что этот буст под себяшки нельзя затягивать. То есть он нужен в основном только для стартовой скорости.
Если вы будете с ним затягивать, в плане будете его делать максимально долгим, типа, да, 250 миллисекунд, то вы следующий буст при хорошем, при хорошей подсвяжке будете делать это здесь. Скорость у вас здесь уже после буста будет где-то 1500-1600, и вы, возможно, будете врезаться в эту стену, так как здесь уже очень мало места остается для того, чтобы повернуть. И, собственно, потеряете скорость, и на финише у вас будет меньше скорости. Поэтому нужно делать этот буст максимально быстро, чтобы следующий буст сделать это вот здесь, например, и чтобы далее как бы и скорость не потерять об стену и нормально отстрелиться. Еще есть вариант, после этого буста обычно все, наверное, просто стреляли об стену и залетали на финиш, но так как я потестил, выяснил, под себяшкой, по идее, немного эффективнее. Если мы здесь все спейсинги соблюдаем, короткие, если мы этот буст максимально рано делаем, то мы и здесь под себяшку раньше кидаем, то и получается успеваем до финиша где-то, может быть, в этой области отстрелиться. Это пара фреймов, может быть, даже больше, но... Ну, не пара фреймов, даже, наверное, больше, около полтинника это экономит. Но на такой карте это достаточно много. Еще есть роут, который я не потестил. Может быть, мы его увидим. Сейчас он... Нет. Ладно. Это 2x, просто вообще, это 2x. Упс. Есть еще вариант подлететь с 2x повыше и делать буст подальше. При этом мы не нажимаем прыжок, а просто соскальзываем, получается, где-то, может быть, вот сюда вот. Или, если даже получится хороший буст, то, возможно, мы долетим вот до сюда, до краешка. И здесь мы делаем один прыжок и сразу летим туда вниз. То есть врезаться в стену будем где-то вот здесь вот. А если мы старым, грубо говоря, обычным роутом идем, то мы делаем прыжок где-то здесь на краю и врезаемся возле факела. Если делать без прыжка КБ вот здесь, то можно, скорее всего, еще срезать достаточно много времени и удариться здесь вниз. И получится так, что ты... И здесь много завернуть не сможешь, и сразу буст будешь делать, и он получится в любом случае нормальный. Ну и дальше, собственно, тоже будет все хорошо. А если мы врезаемся в факел, то мы еще долго падаем, летим, еще пока заворачиваем, потому что скорость достаточно большая, там и можно вообще вот где-то здесь этот буст сделать. Если здесь его делать, то будем врезаться в эту стену. Поэтому там тоже свои проблемы. Если мы врезаемся около факела, то мы долго летим. Еще, получается, заворачиваем больше в сторону финиша, из-за чего у нас получается буст немного дальше от этой стены, то есть где-то в этой области. И дальше мы тоже проигрываем немного. Поэтому я думаю, что если нормально задрочить ее, прям задрочить с этим роутом без прыжка на КБ, то можно вполне себе 9.4, может быть, какие-нибудь сделать, а то и поменьше. Вот. Ну, вроде все. Есть, Димон, что добавить? Нет. Все рассказал. Походу. Ну, давай, я попробую. Вот как раз давай роут этот. Возможно. Либо подлетать невысоко, а подлетать наоборот супер низко и делать первый прыжок у самого края. То есть вот здесь вот. Это тоже уже своя дрочь. Ну тут вообще вся карта, по идее, в этом 2x заключена. То есть таймы более-менее все равно будут не с очень большой разницей. Но вот это 2x и вот этот чекпоинт, как быстро мы пересечем, как быстро мы завернем, это все очень влияет. Блин, что-то вообще 2x. 2x такой. Ну, то есть вот так как-то. Скорость, mm-hmm. естественно, побольше, по траектории надо получше идти. Ну и здесь мы падаем, заворачиваем. Делаем буст. Мы уже пишем обзор 64 минуты. Да? Да. Ну ладно, в общем, суть вы поняли.
Я думаю, что если Димону нечего добавить, то мы можем перейти к демкам. Походу. Ну тогда пойдем. Так, 276-й, выку 3. Стронгес сразу видно занимает не очень хорошее место под цифрой 3. А мог бы лучше. А может и не мог, кто его знает. Гмуг. 227, плей. Гмуг. Точка. Гмуг. Точка. Поих сигналил. А, блядь, это же в ВК3, где? Чё ты? Не, в ВК3 тоже можно с 2Х, я думаю. И с 2Х будет быстрее, но делать его надо будет по-другому. Нормально. Да, все вполне себе это. Вполне себе неплохо. 22.3. Ожидал последнего места гораздо более худшего результата. Ну да, кстати, как-то слишком хорошо прошло. Ковид 22.3. Плей. На 400 перебил. Задом. Тупо задом. Смотри, как подстрелило. Чё за черти тут играли? Ковид. В натуре. Ковид. Германия. Я не знаю, как ты сюда. Вот здесь сразу отстреливался, не ждал, пока упадет. Ну, тут уже видно, что не место. Ну, мог бы быстрее гораздо, если ракеты на финале получше накидал. Угу. Если то... бы стрейфил нормально. Да, и стрейфил. Ну, естественно, если все сделать нормально, то ты перебьешь там кета того же. Но как бы надо улучшать. То есть, если ракеты на финише плохо получаются, значит, надо уделить им особое внимание, я считаю. Так, Кузлех 22.3 чуть-чуть перебил плей на пару фреймов. Найди пару фреймов. Давай найду. Нормально. Нормально, да. Ой-ой-ой-ой. Ну вот концовка, допустим, вот вся остальная карта вот была типа хуже, а тут конце вот получше. Да, вот тебе пару фреймов, изи. Ну и то, что падал, не с первого раза, так сказать, это тоже, конечно, большой, это большой-большой, минус полсеки, наверное, там потерял, то и больше. Мог бы Кузгуха перебить. Да, Кузгуха мог бы. Ну Кузгух, 21.6, плей на 700. Перебил. Нормально, плазмит. Вообще нормально, плазмит. Еще здесь перелетел, но сразу видно разницу, и здесь упал. А может быть и не мог перебить. Черт его знает. Ну тут ракеты похуже, да. Да, ракеты немного похуже. И от стены, вот в этом случае, такие случаи бывают на картах, когда тебе нужно в противоположную сторону начинать идти. И они вот отстреливаются от стены, но при этом у них еще есть, типа, какая-то горизонтальная скорость в ту сторону, которую им не надо, грубо говоря. И в этом случае... я рекомендую не торопиться и подождать, когда у вас скорость будет 0, то есть вы затормозите, а потом уже отстреливаться от стены. Либо это как-то заранее делать, либо вообще в стену очень сильно врезаться, чтобы сразу максимально много скорости потерять и начинать идти в другую сторону. Ну, короче, типа так, типсы маленькие. Потому что вот сейчас Кузгух как сделал, это не очень... правильно, то, что он просто ракету, получается, ну, он просто выстрелил ее, все, это то же самое, что я бы ее просто куда-нибудь выстрелил, типа, в потолок, и ничего не получил. Комполомус, 26 на секунду. Плей. Целая секундочка. Плазмит нормально. Комполомус вообще не это.
Во, или он себя в пол сразу ткнул, а на полу можно быстрее затормозить, чем в воздухе. Ну и ракеты в конце очень даже хорошие. Что там, Димон? Чицит 24 плей. Так. Нормально. Угол с плазмой не ночь. Ну ладно. Собираем 8 минут. Вот вообще лишних ракет не использовал. Практически. Да, но... Финиш, конечно, мог бы получше сделать. Но... Лунтик, 20 ровно. Плей. Перебил на 488. Между прочим. Нормально. Вот, а нормально. Лунтик начал сразу плазмить. Плазмаджамп. Нет, не прыгнул. Ну, нормально, только, кстати, вот на финише у всех ты заметил, что они типа просто наверх, грубо говоря, себя толкают. А там же не так высоко финиш. Типа там можно скорости себе, даже если от пола отстреливаться, плюс 200 упсов к финишу можно заиметь. То есть финишировать не 1100 или 1000, а 1200, а это уже гораздо быстрее. На это тоже обращайте, ребят, внимание, типа на какую высоту вам надо залетать. Вы это именно наблюдаете, потому что вы думаете, что главное залететь. Типа, нет, вам главное залететь и сделать быстрый тайм. Вот что тебе надо. 19.8 плюс 200 сделал Томми. Кто это, я не знаю. 19.8 плей. Томми. Томми Верчеки. Или как его? Так, тоже начал сразу плазмить. Угол хороший. Лишнего потерял об стену. Так, это пахнет призом за оригинальность. Неплохо. Неплохо, все хорошо. 19.5 хулиган, плей. Очень быстрый старт, нормально. Сервер тайм уже видно, что нормально. Да, видно, что хулиган поиграл. Арент пишет норм, да, согласен. Арент. И кто, кстати? Нормальный. Замьютили. Вау. Amazing. Паша, короче, хорош. Финиш очень быстрый. Но падал ты вроде как не очень хорошо. На вниз, так сказать. Волканоид, 19 лева. Кстати, Волканоид написал, что он не использует худ, Димон. Ясно. Так что наши предъявы по поводу того, что он не докручивает. Типа это он нас докручивает, короче. Я так и знал, что он худ не видит. Да, 19.2 плей. На 300 перебили Пашку. Очень быстро, но лишний прыжок получается, сделал лишнего, пролетел. С плазмоджампом срезал, да, вообще. Вот он, видели, он притормозил просто и только потом выстрелил. Вот я про это говорил. Ракеты на повороте себя повернул, они начали набирать скорости. Нормально. Чувствует, черт, понимает, что вообще происходит там еще. Да, понимаю. Так. Овсенат, 21, плей. Овсянка. Овсенат. Дейл триггер, может быть. Да. Теперь я точно уверен, что Томми не сенат. Так, Томми, если что, приз за оригинальность запоминаем. Да. Ой, ракеты неплохие. Во, вообще 1500. Нормально, четко. Вот. Вот кто победитель ДФВЦ 2024. Ясно? Yes.
Мразара 18.8. Плей. Первые 18 секунд, между прочим. Нормально, нормально. ДФ сделал. Чё за подстрейфы такие? Кнопкой назад. Что это было сейчас? Думаешь, да? Читер? В натуре. Куда бы ни смотрел, всегда жмутся те кнопки, как, чтобы набирать скорость. Хм. Хм. Тукус. На два фрейма перебил Мразарова. Плей. Нормально, тоже ГФ сделал. Ой-ой-ой-ой. Он бустанулся, видел? Лунтик тоже, по-моему, пытался бустить там. Ну, минус основной в ракете при падении, потому что ты ее, получается, просто толкнул себя... как бы влево, а не назад влево. И ты на этом, наверное, сотки две или больше даже потерял. Где-то, ну, я думаю, что так, короче. Ван, 18.6. Лей. Арен. Арен это ван. Ясно. Может, это знак какой-то? Ван. Ван аренд. Ванес. Ну, тоже хороший вариант. Очень быстро упал. А на концовке нет. Да, ракета не очень, конечно, в конце. Хейз 18.6. Точно такой же фрейм в фрейм пришли. Я думаю, что просто Хейз две демки случайно отправил еще с фейка. Плей. Скинул рампу на потолке, нормально. Нормально, да. Одобряем. Это был вопрос. Одобряем. 18.6. Пус. Плей. Ого, 999 люксов видел? Если да. 666. Чё? Нормально. Нормально. Ты чё, Пус, за читы, за баню, понял? Скин ракетой, нормально, нормально. Нормально. Ну, правда, он не заскимил. Ну, может, чуть-чуть. Но, да, ну, это было все равно, да, хорошая попытка, так сказать. Nice try. Нормально, нормально. Ну, приз, прикинь, приз за оригинальность. Томми возьмет, это вообще пиздец. Так, дурочка, 18.3, плей. Это Эльмера. Да. Да, охотник. Где карты для ДФ2 Альмира? Да, Альмира карты, кстати. Третий. Учитывая время, за которое Альмира подготавливает, делает карты, я думаю, что никогда, блядь. Я хотел бы сказать, что через годика два, в лучшем случае. Но, судя по всему, мы... Я думаю, что ее внуки сделают Альмера Кап. Я очень надеюсь на это. Доделают, так сказать, это самое. Ашанзи. 18-2 плей. Аснанзи. Ага. Вот уже плазма быстрая пошла. Вообще. Прыжок. Прыжок, долго жмешь. Ты посмотри, как он долго живет прыжок. Ну, здесь ладно, но там, я не знаю, как он вообще там долетел. Но мне кажется, если бы он еще дольше жал прыжок, он бы не долетел. И он наверняка там вообще не каждый раз залетал. Типа после плазмы.
И, короче, жми прыжок меньше, а то даже не знаю, что. Кстати, пароль 28-34-08-96-18-39-654. Все, если вы написали в комментариях эту капчу, значит, вы посмотрели обзор внимательно. Бридж 17.4 плей. Ну нихуя, бридж. Нормально. У него, кстати, в ЦПМ есть несколько реков от Артура. Ой, финиш какой классный. Вообще финиш, ну, вообще нормально. Очень, очень хорошо. Так, Стронгест. 17.3. Третье место. Поздравляем тебя, Стронгест. Ура! Ура Стронгесту. Лей. Тоже быстро. Ты чё, читеры? А, вот здесь пешочком долго ходил, кстати, после плазмы. Долго ДФ. И здесь долго ходил. Видимо, на финише выиграл основное, потому что первая часть у Бриджа быстрее, наверное, на сотки две. Я не знаю, посмотри чеки Стронгест, мне реально интересно. Типа, Бридж сделал быстро плазму, потом он еще лучше застрейфил, еще фреймово там сделал фреймовый шажок, помнишь? Типа упал, то есть не делал лишний прыжок, упал, везде быстро упал, и ракетки, ну, хорошие, но, видимо, не лучше, чем у Стронгеста. Ну, такое, короче, я думаю, что бридж первую половину карты на 16, наверное, секунд сделал, а финиш не очень. 16-6, второе место, кет, плей, я забыл сказать плей. Нормальный старт такой. Нихуя он. Нормально, нормально. ГФ четкий, ну кет, видно. Ну кет, да, кет. Кет, он и в Африке кет. Да, но мне кажется, он одну ракету, мне кажется, можно было добавить, где он еще прыжок делал, пустой, типа. Мне кажется, можно было там под себя, типа, дать. От себя, точнее, от себяшку. Первое место, Икарус. Плей. 16.6. Классное духовное сопровождение. Да, это... Но... Но приза оригинальность я тебе не дам, потому что в Q3... Получает Томми за самое оригинальное падение. Давайте еще раз его посмотрим. Я хочу посмотреть еще раз. Давай, ты, Димон, готов? Да. Плей. Это самое пиздатое падение. Возможно, возможно. Можно даже придумать таймсет. Но это не точно. В натуре, мне кажется, можно быстро сделать. Реализация, конечно, не очень, но роут очень классный. Томми красавчик. Вот, изучил карту, посмотрел. А может быть, там наверху есть какая-то хуйня, об которую можно удариться, и она толкнет тебя вниз. А может, есть. А вот Икарус не посмотрел. Икарусу, если бы сделал на фрейм хуже, я бы забанил. Так, ладно. ЦПМ. Стркс-8, Русян, Санкт-П. 18-9, плей. Я забыл себе налить кофе, Димон. Понимаю. Так, без 2х. Плазмил, очень слабо. Да. Без бустов, понятно. Не с бустом. Нормально. Самый хороший момент в этой демке, это как он задом повернул, вырулил. Человек-сосед, да. Но мы не будем перезаписывать обзор, поэтому терпите. Вы же почти все в России живете, вы и так терпилы по жизни. Мы же русские.
Так, Узлех, 18.4, плей. Давай, Димон, ты говори, а то я устал. Я горло сушу. Ну, чё? Боится, потерял скорость, блядь. Сделал. Потерял скорость, проходил пешком. ЦПЛ, это противопоказано. Ракеты. Ну, так. Средние такие. Девкомсру 17.4. Че? Еще хочешь добавить к Утрилеху что-то? К Узлеху. Ой, подожди. Не, ничего не хочу добавить. Ты готов, Димон? Да. 17.4 Девкомсру. Плей. Давай, говори. А, я помню, мы же хотели по очереди когда-то давно. Мы же так и делали. Это было тогда. Да. Давай по очереди начнем, давай ты первый сейчас. Ясно, еще раз. Ну вот он, прыгает, хули. Обзор, который мы заслужили. Ну вот он что-то прыгает, стреляет, короче, блядь, все заебись. Ну да, ну гмукуточка, все, дальше. Ну, короче, минус основной у тебя в том, да, в компс.ру, кто бы ты ни был, даже если ты носв, то мне... Я тебе соболезную, нос, если у тебя такой скилл в ЦП. В общем, на старте ты поднимался по стене просто вверх, типа, ну, туда наверх, ты просто по стене поднялся и все. А нужно было делать как пацаны в ЭКУ-3 или как Узлех, то есть набирать при этом еще какую-то горизонтальную скорость и стрейфить не по прямой стене, где этот подъем, а стрейфить по боковой. Я надеюсь, что ты понял, о чем я. Гмуга.16.5. Плей. Так, буст на косарь. 2х нету. Вот тоже та же самая ошибка. Просто поднялись. Буста нету. Пока что. Нет. Так, ракеты. Почти буст, кстати. Неплохой поворот. Вот здесь тоже небольшая ошибка. Типа... Ты, получается, начал стрелять от правой стены, но это невыгодно, потому что ты делаешь потом 180 поворот на финиш. И тебе было бы куда лучше даже просто от пола отстрелиться, если тебе, допустим, так важно было стену заюзать, а лететь к другой стене не хороший вариант. Просто хотя бы от пола отстрелиться к правой стене, если уже мы смотрим лицом к финишу как бы. И уже там начинать спамить. Потому что так ты очень много потерял на том, что делал дугу вот эту 180 градусов. 16.2 синтакс плей. Или синтекс. Говори, Дим. Синтах. Сусун. Маня, за эти очки не забил. Буст очень классный. Мне понравилось. Врезался об стену, потерял меня. Что происходит вообще? Хватит троллить нас. Что это такое? Не знаю. Жаль, Дима, что тебе приходится смотреть такие демки. Да. Их комментировать. Типа, валять. Так, ладно. 15.4, Сергикус. Лей. Так, 2х нету, но зато очень быстрая плазма, подъем. И вот сразу к правой стене. Ну, неплохо. Очень даже ничего. Но мог бы, если уж ты поворачивал, просто типа вдоль внутренней стены и не стрелял еще раз об правую стену, мог бы тогда и под себя еще ракетку кинуть, чтобы скорости было чуть побольше. Тогда бы тайм был быстрее. Квик, 14.3, плей. Так, с овым играл? Мне казалось. Да, оба включили, что? Лол. А кто валидатор? А как она вообще принялась, подожди? Не знаю. Ебать, ты видел это? Да, он еще оп словил на финиш. Чё? Я должен был комментировать эту депу, но что-то я охуел от того, что это как-то особо. Ну хочешь, давай еще раз посмотрим.
Да нахуй, да. Ее вообще здесь не должно быть, че ее два раза смотреть? В натуре. Quick, why playing with ops? I will kick you from... Denmark. Ладно, Шаркой стиш, 14.2 плей. Кто ее комментит? Я? Ты уже откомментил. О, нифига, нифига. Очень крутое начало. Очень крутой поворот. Очень классные ракеты. Конечный поворот, сомнительный, я бы сказал. Да, типа последний поворот. Он отстрелился. И вот так как он отстрелился не очень хорошо, ему пришлось терять скорость. Короче, он ему пришлось еще сильнее, типа, повернуть, чтобы повернуть. Ну, там, да. Так, Волканоид, 13.3 плей. Россия здесь. Страна заебатая. 157. 2х. Россия здесь. Так, нахуй. Берет ракету. От пол, без буста. Без бустов вообще. Завернул. Плойс. Конечно, понимаю, что нужно залетать на финиш. Типа, как можно быстрее, как можно ниже. Но не настолько низко. Ну чё? Все? Да. Ну все, всем пока. До свидания. 12.3 кипиш. Плей. Так, 2х. Мало скорости после 2х. Бустов нету. Зачем? Неплохой... Ой-ой-ой. Ну, кипиш, я думаю, мог бы под себя ракет накидать. В целом, прошел нормально, быстро. 2х медленный, конец медленный, если так вообще. А ты видел какой там сервертайм вообще? Какой? 45 секунд. А, ну он, видимо, типа, по стримы посмотрел. Так, короче, мне туда повернуть, сюда повернуть. Какой, типа, бля, хуй с ним, типа, записал первую, да, и отправил. Так. Хуй забыл бы, если бы он играл 2 минуты, нахуй. Да. Перебил бы вообще нас в стиме. Да, это было бы жестко, конечно. Тогда бы вандеды сразу взяли. Чё? Отпад. 13.2. Плей. Так. 2х уже, все. Ребята с 2х умирают теперь. Довольно долго залетал туда. Бустов нет. ГФ сделал. РЖ сделал, Алексей не стал влипнуть. Финиш-то быстрый. Ну да. Электробоб, 11.8, плей. Все, начинается 11, дайте за один. Неплохо залетел, бустов нету. Правда, финиш, да. Очень, финиш уж очень медленный, а так очень классно, чувак, красава, что ты сделал этот буст. Я не знаю, кто ты, потому что фейков развелось ёбаный в рот просто. Подожди, а может на сайте у него ник? А нет, он тоже электробоб. Он одну демку вот эту отправил и все, электробоб. Ну ладно, как знаешь. Как знаешь, Рейн. Да-да. А, Димон. А. Я скинул в Дискорд. Очень вовремя. 11.6. Вишенка. Love Planet Play. Попялимся в угол. Он выстраивает в угол. Ох ты ж, бляха. Так, ЦПМ, если что, дадим вишенке. Да. За оригинальность, потому что буст 2х от пола. Это, во-первых, это не очень изи. Это совсем не изи 2х от пола. Да. Ну, прошел быстро вроде, да? Ну, концовка там, не знаю, сомнительная.
Я уже забыл, что там было, но что-то там было типа, не очень. Что-то не очень, да? Какие-то негативные эмоции после дымки. 11.5, пиу. Плей. Пиу. Уип. Так, 2х. 2х хороший, на 1000 залетел. Босс! Ах ты ж! Это мой тестеры не нужны, получается. Тостеры. Ну, финиш мог бы и побыстрее, очень высоко в итоге ты над финишем подлетел, можно было побыстрее, и падал ты не очень красиво, везде запнулся что-то, ну, тебе, скорее всего, скорости просто не хватило, либо у тебя первый раз в жизни получился этот буст, и ты просто финишировал. Ну, в любом случае, я думаю, что я указал на основные ошибки. Начал с Go, 11.5, play. Что такое ухо чешется, Димон? Не знаю, усилий потом. Таймстейп, не похуй. Бляха! Ну как? Прости, вишенка. Так, нормально потерял скорость. Буст сделал, в смысле, бяшки. Нормально. Нормально. Но, опять же, перед финишем, вот этот рокет, который они под себя делают, они его просто в высоту делают, а он им скорости не дает, и они подлетают очень высоко. Это большой-большой минус, над этим надо работать. Я считаю. Ну? Devil Trigger 11.5 play. Кто это? Я забыл. Это Сенат. Так, моделька нахуй. Смотрим, что за модель. Какая-то баба. С ножами в спине. Ох ты, ты с спиной, нормально? Нормально. Летел всё так же высоко. Да, подлетел высоко. Но буст нормально. Видите, можно обзорщиков задобрить бустами спиной или просто бустами. Даже если демка говно, но ты сделал буст от пола, например, как... Кто там был? Синтакс сделал? Ну, не, синтакс там другое. А, да, там бусты в воздух. Ну, кто-то... Уточка, что ли? Уточка будет. Какая уточка? Уточка. Гмугу. Точка. Уточка. Точка. Надо ГМГ убрать. Ясно. Себя убери. Ой, все. В натуре из Австралии. 11.4, плей. К натуре. В натуре. 2х. А где плазма? Без автосвитча играет. Вот. Вот, финиш хороший. Да, залетел тоже надо. Так, Скуален. Плей, 11.3. Слишком широкий 2х. Широкий 2х, считай. Без буста. Без буста, но финиш хороший. Финиш очень хороший. Нормально все сделал. Получше кое-что сделать. Ну да, конечно, да. Скайкс, 11.3, плей. Ну чуть-чуть его перевел вообще. Фрейм отрой. Вот это 2х, конечно, допустил. Еще а мне показывать свою демку, кстати? Какую демку? Ну, которая VR. Наверное, стоит. Ну, тут он, конечно... Концовка у него очень медленная достаточно. Ракеты плохие, но залетел... Да, плохие ракеты не очень, но вся своя карта очень даже очень. Так, вот давай, я вот буду пиздеть, когда будет демка Шарлотт Танк. Так. И ты мне скинешь свою демку. А за 10 секунд. Дебил. Да, за 10 секунд. Когда будет дебил? Когда будет дебил, я его установлю куда надо. Ты что обзываешься, Димон? Так если ник такой. Это вроде хостела. В смысле, у меня ник этот. Ясно? Ладно, короче. Давай. Лунтик 10.9. Плей. Так, 2х. Буст, хороший буст. И здесь все хорошо. И здесь еще от пола буст, но очень много об стену потерял. И очень высоко подлетел. И последняя ракета вообще не очень. Ну все так, типа, средненько сделал. И из-за этого, собственно, тайм не очень. Мало бустов, лунтик, я даже зазевал. Так, Шерлон там 10.6, плей. Так. На полном сервере. Здорово, Коли.
Буст. Здорово. Еще 200. Буст под себя, классно. Буст мог под себяшку пульнуть. Последняя ракета вообще скорости не дала. Да. Плюс 0. Уважение, +0, Шарлон. Дебил 10.6, плей. Че обзываешься? Дебил, говорю, плей. Бля, 200 минус, Серёжа, играл на 1. Ух, 1300 спидлида. Нормально, блин. Ну, сделал лишний прыжок, да, в конце? Ну да. Ну, типа, не то, что лишний, в смысле, его нужно было сделать, но нужно было его сделать с ракетой. А так, конечно, это, да. 10.2 хейс, плей. Буст не удался с под себяшки, поэтому как-то концовка неуверенно получилась. Но играл на одном сервере с дебилом, так сказать. Сервер тайм одинаковый. Да. Что? Дурочка. 10-1. Плей. Так, ну тут видно. Буст. Если бы не сделала буст, я бы... Все, я бы понял, что это фейк. 200 скорости в конце, нормально. Нормально, ракет, да. Все вообще нормально. Альмера. Топ-3, поздравляем с топ-3 тебя, Альмера. А, это уже топ-3? Да, поздравляем, да, Альмера. Поздравляем с выходом невышедшего Альмера Капа. 10-0. Второе место. Ууу, второе. Варпечка. Варпечка, варчепчик. Плей. Подчепчик. Нормально так залетел, прыжок сделал. Буст под себя, и концовка. Нормальная концовка, да. Последняя ракета, по-моему, была после финиша. Ну да. Ну да ладно. Ну да ладно, все равно. И коль можно, можно пустить. Почему бы и нет. Казалось бы, да, куда быстрее. Уже и так все нормально. Но есть пуз, который сделал 9.7. Занял первое Play. Место. Да. Непонятный буст в другую стенку. Да даже не знаю. Плюс 200, что? А у меня нет чеков. Нормально. То есть у тебя был. У тебя были чеки на рек, и ты сделал 10.7? 9.7? Пуст, ты че? Ты че, пуст? Я тебя сейчас приеду в твою, куда ты там, в Башкирию. Так что, будем в ЭКУ-3 смотреть? В таймскейле? Давай посмотрим. Давай, делаем 0.5 таймскейл. Смотрим в ЭКУ-3 и Карус. Плей. Итак. У меня два раза таймка загрузилась там. Все четко происходит. Заскинил в стенку. Боялся перелететь. Двоих со скином, вы понимаете? Я РЖ чуть ли не задел стенку. 16-6-6-6. Нормальный тайм. Да, неплохо. Ну, сделал все четко. Ну, финиш можно получше, мне кажется. А так нормально. Пус, плей. Пус, плей. Поплей. Так, посмотрим, что за чудо-буст. Стрелял еще об стену, а не пол. Ну, он поздно буст вот этот сделал. Да. По идее, потому что делал прыжок. И отсюда у него минус 200 сразу напался. Ну, буст, конечно, с ракетой нормально. Да, все нормально получилось. Ну, все, вообще, финиш хороший, типа, вот единственное, вот этот буст. Финиш на фрейм хуже, чем у меня. Так. Так. Что, все? Твоя демка или что? Да, давай включим. На 200. Почти. Ну, 150.
побыстрее, чем у пуза. Давайте посмотрим без таймскейла сейчас. Бляха, подожди. И выясним, где пуз был неправ. Давай, плей. Плюс 192. Нормально. Слот потерял, ничего не может. Опять набрал. Концовка хуже, кстати говоря. 56. Это прям вообще. Да, видно. Да, ну можно. Ой. Лучше. Да. Да. Че, 9.4 делаем? Да, только уже варкап кончился, и мне лень. Ну, блин. Ну, в таймскейле не будем, короче, смотреть, но суть. Так, сам... а, да. Ну, нам. По крайней мере. Ну, в общем, основная суть в том, что пуз делал прыжок после 2х на платформе. Из-за этого он делал буст позже. У него скорости там было меньше. А я вылетал 1100 сразу, ну, плюс нормально повернул, и буст сделал тоже достаточно рано. Из-за этого у меня такой плюс большой. Ну и все. Возможно, буст у меня еще чуть побыстрее, но это там, по-моему, не особо прям таки влияет. То есть можно с бустом не очень хорошим, но по прыжкам-то все равно то же самое выходит, типа. Вот. Ну и, в общем, все. 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 Вот вам браузер. 26 демок CPM, 22 VQ3. У нас в топчике везде есть андеды. Это очень положительный знак. И нам надо поставить Томми, который получил 0, кстати говоря. Нормально. Получил 0, оригинальное число. Никто больше 0 не получил такого. Вам, смотри, он везде оригинальный, сука. И тайм такого больше ни у кого нет, смотри. Сука. Так, и ставим Томми. Если я вспомню, где. Вот здесь, возможно. А уже можно, что ли, лезть кое-куда? Ой, я не знаю, короче, я не помню, где. А, проставить. Во, поставить импрессив, смотрим. Поставить импрессив. Так, VQ3. Все, я прям при вас все делаю. Вот, ставим галочку. Сохранить. Page not found. Слава Левку. Сейчас обновляю страницу, а тут все нормально. Все, заходим, да? Все, импрессив поставился. Все, Томми, мои поздравления. Оригинальный роут, оригинальный тайм, оригинальное число рейтинга. Ты просто весь сам оригинальность. Ну и все, ребят. Всем спасибо за то, что участвуете, за то, что вас так много. Присылайте так много обязательно на каждый варкап, если он, если тайм, если VR меньше 10 секунд. Если VR около минуты, присылайте... Можете присылать так же много, но тогда обзоров не будет, потому что мне будет лень. Потому что сидеть полтора часа смотреть демки и полчаса обозревать карту, это такое себе. Да не, реально, присылайте, короче, демки, все всегда, обзоры будут. Может быть, не сразу, прямо после окончания, но мы обязательно, если что, нагоним, потому что сейчас не очень много времени в целом. Ну все, спасибо, Димон, за то, что записался на обзор. Или, да. Или ты записал со мной? Не знаю, мы записали. Мы записали с нами. С нами. С нами записали все. Все, ребят, всем удачи, всем спасибо. Всем. Пока.